И вновь всех приветствую, дамы и господа, с вами Артём. И сегодня у нас продолжается Dark Souls 2 Scholar of the First Sin на платину. Феликс, привет, Фантомас, привет, Skyforger, привет. И, собственно, перед тем, как мы продолжим, хочу сказать то, что у нас сегодня с утра, значит, была одна трансляция. Она была в формате in real life. Вот, там мы настраивали сам большой экран, мы настраивали, вот, помимо прочего. Ну и это, хочу обратить внимание, мы там собираем на микрофонную стойку полосочек две, просто потому что одна это Streamlabs, другая Donation Alerts. И Flickering прям, вот только-только я выключил трансляцию, она тут же кинула донат 100 рублей, за что и спасибо. И у нас по этой причине срабатывает интерактив. У нас завтра по-любому будет новостная передача. Ну а у нас интерактив продолжает работать. Если сегодня за сегодняшний стрим наберем сумму от 250 рублей, то это говорит о том, что у нас на канале выйдет какая-нибудь передача внепланово. Например, Игрокульт. Ну как внепланово? Сейчас, в принципе, зрители составляют расписание передач на канале при помощи интерактива. Так что все, я думаю, зашибись. Я сейчас свое окошко еще немного наверх пододвину, потому что, скорее всего, я сейчас слишком низко, и я буду закрывать количество душ. Че ты? А, секунду. Вот. Ну, продолжить. Аркей, 49 уровень, забытая крепость. Сегодня у нас на повестке дня несколько боссов. Три босса и два трофея. Ну да, это, видимо, Counter-Strike такой громоздкий все-таки получается. Так, секундочку. Да пусти ты, игра. Пусти меня, страшный спайс, я ни в чем не виноват. Так, чуть-чуть вот сюда. Или вот, вот как у меня стоял-то до этого? Вот. Вот. Вот так вот будет удобнее всего. Артём, что ты думаешь по поводу Mass Effect Andromeda? Как думаешь, бахнет игра? Да фиг знает на самом деле, потому что я вообще как-то Mass Effect'ом не интересовался, позор на мою голову, но как-то вот, ну, не интересовался я этой игрой, и она меня особо как-то не заинтриговала. Так, что мне нужно в первую очередь сделать? У меня тут души валяются в больших количествах. Это что такое? А. Это я могу усилить Эстус. Я, честно говоря, не жду. Я не особо поклонник Mass Effect. Как вы могли заметить, я думаю, я тут больше любитель фэнтезийных игрушек. Я знал, что ты скоро вернешься. Ладно, показывай, что у тебя есть. Хорошо, так, Фликерин снова привет, спасибо за донат, он прилетел сразу же, как только я выключил стрим, вот. Так, это я прокачал на плюс 5. Вот. Два раза надо было прокачать посох. Если ты вернешься, я буду поблизости. Не вопрос. Так, дальше. Дальше нам нужно найти человека, у которого продается волшебство. Вот. Вот этот парень. Которого мы нашли в, на безлюдной пристани, или как она там называлась. О, ты наконец присоединишься к нам. Вернемся к изучению заклинаний. Так, и у него я должен приобрести что? Большая тяжелая стрела души. Да, мне нужно вот это заклинание. А что скажешь? Силы магии и заодно множество душ покоятся в этих землях. Это место отлично подходит для оттачивания моих заклинаний. Подозреваю, что здесь я даже смогу воскресить в памяти пару давно забытых заклятий.
Магия и заклинания пока что остаются загадкой даже для меня. Будем обретать знания вместе, юный ученик. Использую свитки, чтобы выпустить на волю силу заклинаний. Сила каждого свитка зависит от силы его владельца. Тот, кто обучен магии, не сможет воспользоваться истинной мощью свитка. К мастерству нельзя прийти коротким путем. Помни об этом, мой юный ученик. Я чувствую присутствие сил тьмы. Это напоминает мою магию, только намного древнее. Мне бы очень хотелось узнать об этом больше, но, как видим, кругом лишь руины. Что же здесь произошло? Магия появилась давным-давно. Рассказывали, что ее придумало великое бледное существо. Но нам не дано узнать, правдиво это предположение или нет. Многие заклинания сгинули в толще веков. Заклинания огня использовались еще до пиромантии, но они давно забыты. Бледное существо, он сейчас что сказал про ногого сита? А, блин, все-таки игры взаимосвязаны каким-то образом друг с другом. По пути сюда я раз или два встретил странную девушку. Прошло немало времени, но я ее так больше и не встретил. Интересно, куда она пропала? Мы разговаривали всего пару раз, но... Очень милая девчушка, только чуть грубоватая. Надеюсь, что с ней все в порядке. Сила магии, а заодно и все повторяется. Хорошо, хорошо. Прошу тебя, мой юный ученик, воспринимай все всерьез. Так. Дальше, дальше, дальше. Нам нужно прокачать силу и интеллект. Чтобы не разговаривать... Блатва. Проклятый. Да. Ты это говорила уже 100-500 раз. Новый уровень. Сила 27. Интеллект 16. Блин, не хватает, а? Скотинский. Сколько ей надо? 4000. Пошли ее в лес. Да... Я чуть-чуть душ подберу. Так, отправиться в лес искателей могил. Шучу. В убежище трусов. В убежище трусов. И там побьем тролля два раза. Цвет жизни. Блин, надо было магию зарядить, я что-то не подумал, но ладно. Ну и сейчас еще раз его надо победить. Сразу у костра используем заклинание, составить заклинание. Характеристики ведь слишком низкие.
Вот как раз по ходу интеллекта нам и нужен. Нож бандита. Сурового троглодита. Да, я не могу пока использовать это заклинание, но в скором времени смогу. Оп. Оп. Ой! Дебил! Ну, как так вышло, а? Ой, этот-то чё прётся-то сюда? Инспектор Кэтл Рения снова, привет. Похоже, в нашем братстве пополнение. Добро пожаловать. Эхантед, спасибо за подписку, добро пожаловать. Опа-па. Ну ты молодец. Блин, поел, теперь после еды клонит немножко в сон. Не ожидал, что после говядинки так будет. Какой я ловкий. Да я ловкий ловкач. Правда, теперь бегаю в полном виде, что не совсем хорошо. Ох, как у меня фигурок-то много. Так, в Маджулу. Сначала в Маджулу, у нас интеллект до конца не прокачано, надо его прокачать. Потому что наш герой должен быть умный, как Майк. Интеллектуален. Вот так вот. Между прочим, наш герой, ты уже 54 уровня. Достаточно так хорошо раскачались. Вот, теперь мы можем использовать это охрененное заклинание. Так, ну и дальше чё? У нас дальше крепость, ребят. Блейдинган, привет. Дальше у нас забытая крепость или забытая бастиль. Как она называется на английском языке? The Lost Bastille. Майка трудно переплюнуть по интеллекту. Что верно, то верно. Ох уж эта луна. Так, пока мне не сюда. Mm-hmm.
Душа отважного воина и человеческая фигурка. По-моему, мне в другую сторону теперь надо. Так, самоцвет жизни. Такс, понабрали самоцветов. Красивый череп. Всех завалил. Осколок фляги с Эстусом, большой осколок титанита. Замечательно. Я, кстати, не сжег пепел, который мог бы сделать мой Эстус более клевым. Ну, успеем это сделать. А ну-ка, хватит. Так, золотая смола, отлично. Теперь нам нужно еще раз пробежать по этой территории. Ой. Сжечь очищенный костяной прах в этом костре нельзя. Ладно, пофигу, потом. В следующий раз сделаю, успеется. Опять начинается. Не, ну точно кто-то со стрима вторгается. Это точно кто-то со стрима, тут уже без сомнений. Антон Череп, привет. Что-то этот парень какой-то конченый. Может, это Даэдр, просто мы не знаем. А то он любил ко мне вторгаться в первой части. Да что ты будешь делать, а? Так, давай один самоцвет используем. Вот, блин. Парень, иди сюда.
Так, а сейчас мне нужно, чтобы эта хрень... Бочка немножко не туда полетела. Блин. Ну ладно, надеюсь, что прокатит. Так, господи, где у меня вещи-то? Вот. У нас здесь еще один костерок имеется. Давайте-ка присядем-ка. Откуда только берутся такие неподатливые? Какая дикая попалась заготовка. Принимай форму, кому говорю. Ага, вот так. Да, вот так и надо. Милый огонь, как же ярко ты горишь. Можно заметить, что кузнец-то немного... Тихо! Немного не в себе. Нужно заполучить новый уголь. Огонь. Милый огонь. Все повторяется. Теперь нам нужно зажечь факел. Да, ну и присесть надо у костра, иначе он не встанет. Мастерская Макдафа. Так, давайте сначала вещи пособираем. Мимиков тут нет, волноваться не стоит. Два больших осколка титанита. Еще осколок титанита. Молот мастера, мерцающий титанит. Тяжелый болт. И железные стрелы. Нужно заполучить новый уголь. Огонь. Милый огонь. Но все. Он не будет нам ковать, пока мы ему уголь не принесем. Так, сейчас, в принципе, можно отправиться в Маджулу. Надо нам... Мы теперь, по идее, оружие до плюс 6 можем прокачать Эстус. И, по идее, возможно, силу до 29, но это не точно. А может и точно. У нас там большая душа имеется. Да, по идее, должно хватить. Стой, усилить оружие. Ну вот, прокачано на плюс 6. Так, теперь с тобой. Да, мне удалось отыскать осколок, именно поэтому я к тебе сейчас обращаюсь. Помимо прочего. Вот, сила 29 у нас теперь. Улучшить флягу с Эстусом. И очищенный костяной прах. Теперь у нас 5 эстусов плюс 5. Ой, 5 эстусов плюс 1. Так, ну все, теперь снова отправляемся в мастерскую. Да. Ну
Ну а сейчас начинаем изучение локации. Так, все, там меня никто не трогает, это хорошо. Она изумрудный вестник. Честно говоря, тяжело понять, кто она. Есть подозрение, что она хранительница огня, но вот опять же тут все немного запутано. Так, сумеречная трава с него выпала. Большой осколок титанита. Лукатиэль, приветствую. Так, стоп, секундочку. Перед Лукатиэль. Ой, блин. Шея, мать его, затекла. Старинный ключ. Да, это и правда ты. Совсем не меняешься, да? Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше безумия вижу. Воистину скверное место, но не без следов былого величия. Что же могло привести к такому упадку? Ах, да, мне ведь до сих пор нужно поблагодарить тебя за твой юмор в тот день. Это тебе. Человеческая фигурка. Конечно же, я и понятия не имею, что это. Моя страна мира окружена врагами и постоянно находится в состоянии войны. В мире есть только один способ добиться успеха – вступить в орден и показать себя в бою. У моей семьи не было ни денег, ни репутации. Мне пришлось всего добиваться самостоятельно. Не имея ничего, кроме меча и верности моему лорду. Меня с детства учили сражаться. Жизнь была трудна, но у меня никогда не было сомнений. На поле битвы мне всегда улыбалась удача, и моя известность быстро росла. А потом... Потом мой путь привел меня сюда, чтобы... Тебе доводилось слышать о нежити? Об этих несчастных душах, пораженных проклятием? Нежить постепенно теряет человечность, пока разум вовсе не покидает ее. В итоге нежить становится полым и питается другими. Полый уже никогда не сможет стать человеком. Избежать такой участи можно только с помощью обитающих здесь душ. При том условии, конечно, что легенды не врут. И мне остается только надеяться на это. Она сняла маску. Да, подожди, я хочу на нее посмотреть. Короче, у нее можно разглядеть темную метку там, где глаз. Это говорит о том, что ее тоже поразило проклятие. И поэтому она здесь. Так, это про изумрудного вестника. Ее настоящее имя Шаналотта. По ее словам, в диалоге перед финальной битвой она была создана людьми, но рождена драконом. Навлаан говорит, что ее зовут Муза, и многие считают ее последней хранительницей огня. Хотя Навлаан не разделяет эту точку зрения, говорят, что не стоит верить всему, что говорят. У вестника можно разглядеть гетерохромию. Правый глаз у нее темно-фиолетовый, а левый карий. Не замечал, надо будет приглядеться потом. Прости, что утомляю тебя разговорами о моей судьбе. В последнее время меня одолевает усталость. Все, она повторяется. Так. С этой стороны не открыть, понятно. Ладно.
Идем дальше. Ой, я помню, как когда-то возился на этих ребятах, было страшно с ними воевать. А сейчас, в принципе, ничего сложного. Надеюсь, у меня есть ветвь. Да, использовать ароматную ветвь былого. Теперь мы... А, да, стоп, парень. Так, господи, что ж ты... Зачем же ты так делаешь-то, а? А мне что-то сегодня упорно все вторгаются. Это самое, где там у нас... Поклонились, окей. Что-то как-то ПВП-шер во второй части послабже, чем в первой. Кстати, я, кажется, понял, в чем дело, откуда так много народа-то. Вроде как ивент же должен... Ивент же какой-то должен был начаться по Dark Souls второму. Вот, походу, и это... Началось. Это уж больно много игроков. Так, 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 капитан Бардак, куда мне идти для начала? Думаю, стоит сначала сбегать вниз. Да, вот я помню, что на моем стриме как раз разговоры об этом были. Душа гордого рыцаря, человеческая фигурка. Блин. Я, пожалуй, один порошочек использую, а то что-то мне страшно за мой меч. Боюсь я за него. Кстати, по-моему... Ну, это обман, понятно. О, ну да, Steam показывает, что в игре сейчас в среднем на 2,5... на 2,2 на 5000 игроков больше, чем обычно. Не, это, походу, у нас будет весело на трансляциях-то. Так, подожди, я что-то куда-то не туда пошел. Пошли-ка обратно. Люблю, когда они так делают. Добро пожаловать в семью. Паладину Фейт, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Умри.
Да не-не-не, я с трупа предмет взять хочу. Забрать предмет. Так. Лучистый самоцвет жизни. Пилигрим Белкер. Ты должен прийти ко мне на помощь, Пилигрим. Ты должен помочь, да, Пилигрим. Так-с. Так, здесь должен вроде как NPC-шник еще один быть. Их тут должно быть двое. Помимо Пилигрима Белкера. Да, Фелиция Храбрая. Вот. Так-с, мне нужна большая тяжелая стрела души. Сейчас мы тут устроим мясорубочку. Первого будем бить мечом. Второго будем стараться бить магией со стороны. Ну, поехали. Так, одного повалили. Магия тут, конечно, дальнобойная штука. Где еще один? Обалдеть, мы ему баланс снесли. Ой, не надо. Есть. Победа! Мы получили душу стража и руин. Ей! А еще тут куча призрачных стен, которые стоит осмотреть. Заклинание бесшумность. Интересно, а какое у него будет описание? Все-таки это заклинание Логана. Если мне память не изменяет. Это заклинание помогает действовать незаметно, приглушая издаваемые звуки. Восточный край мира. Дом не только для доблестных воинов. В этой стране зародился орден рыцарей тени, неслышно выполняющих любые, даже самые невыполнимые поручения. Странно. Так, еще одна стена.
Захар Прот, привет. Выпуклый щит. Ржавая монета, но окей. Проверю еще здесь на всякий случай. Вдруг где какая стена имеется, мало ли. Но вроде бы все. Да, еще вот здесь была стена. Так, у тебя же нет замочной скважины? Нет, это хорошо. Так, красная вода. Что меня... Хватит отъезжать назад, стул. Харе. Харей. Амфибрахий. Блин. Сейчас еще вот эта хрень будет. Сейчас вот еще вот эта хрень будет происходить. Туда надо как-то перепрыгнуть. Да ёперный театр. Ну, можно же здесь перепрыгнуть, я в этом уверен. Блин! Я сомневаюсь, что здесь как-то обойти можно. Хотя... Есть у меня... Frogboy Channel, привет! Тьфу ты, япона мать! Ой, вот это я молодец, конечно. Во, косточка возвращения, отлично. Так, ну здесь это просто пустая комната. Так, ладно. Валить отсюда пора. Что я должен там сделать дальше? Это я уже сделал, это тоже сделал. Ага. Ну. Ой-о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 й. Так, костер зажжен. Я предлагаю отправиться в Маджулу и прокачать силу нашему герою. Попробовать прокачать ее до 35. Так, где у меня души мои замечательные? Вот они.
Вообще, так-то сегодня пытались с утра с Хромакеем работать, но пока не судьба. Да что ты, японо-мать, опять мне не хватает какой-то фитюльки. Мне не хватает буквально парочки сотен. Давайте я снова сбегаю в место, где я постоянно занимаюсь фармом. Если мне не хватает душ. Замочу огра, и будет мне счастье. Видел тебя давно, годика 2-3 назад на СЦ2 ТВ. Помню, еще благодаря Адольфу тебя начали смотреть зрители. Вопросов в том, ты уже не стримишь на СЦ2 ТВ. Что такое СЦ2 ТВ, я что-то не припомню. И кто такой Адольф? СК2 ТВ? Что это такое? Я мог забыть вполне себе. Так, ну вот, теперь мне достаточно душ для прокачки. Так, ну вот. Теперь можно идти дальше. Так вот, кто такой Адольф и что за СК2 ТВ? Я что-то, честно говоря, не в курсе об этом. Первый большой приток зрителей у меня произошел в 2012 году, если мне память не изменяет, когда... Мое, причем музыкальное видео, лайкнул Артур, который Black Silver. Руслан Баженов. Чё-то я не помню вообще. Так, большая дубина. СК2 ТВ это другой сайт типа Твича, а Адольф вроде его создатель, но это примерно я объяснила. Ну, я не был на СК2 ТВ, впервые об этом слышу. Да, использовать ключ камень Фароса. Башни Луны. Лунная призма, дай мне силы. Нежить! Нежить! Убери руки от нашего колокола, великого колокола Алкена. Колокол принадлежит принцессе. Стой, где стоишь, или мы порубим тебя на куски. Не беси меня и моих приятелей. Стой, где стоишь, или порублю на куски. На очень мелкие куски. Берегись, впереди гном. Давным-давно, очень давно, сама принцесса создала меня. Ясно? Чтобы охранять колокол. Во славу принцессы, держись подальше, глупая нежить, или я тебя прикончу. Колокол принадлежит принцессе.
Да ты чокнутый гном, ты это знаешь? Ты хочешь окоронять колокол, нет? За принца, за принцессу во веки веков, во имя справедливости. Да, открыто достижение «Звенящий ковенант». Итак, у нас 6-й трофей только что выбит оказался. Вот, для тебя. Когда ты связан с колоколом, ты окажешься рядом. Когда колокол в опасности, кольцо перенесет тебя сюда. Руби, руби в куски всех, кто рядом, кто далеко, всех руби. Нарубить в куски за принцессу. В Алкене колокол принцессы, в Вене колокол принца, о да. Рви их в клочья, руби на куски, собери вокруг и в колокол звони. Звон этого колокола будет звучать вечно. Все повторяется, парень. Чокнутый чувак. Берегись, зад впереди. Так, я потом этого парня призову. Сейчас мне пока не с руки это делать. Этот парень от меня ведь не отстанет, да? Это стрим-снайпер определенно. Он упорно продолжает ко мне вторгаться. И упорно... получает люлей. Странный парень. Подождите. Я это, Эстуса хряпну, там впереди страшная локация. Блин. Так. Тебя я начал смотреть еще когда у тебя было на ютубе 500 человек. Вопрос не по теме. Помню, ты высказал мнение о синем ките. В данный момент у тебя мнение поменялось? С чего вдруг? Дебильная игра для тупых детей, у которых родителям... которые родители нихера не следят за детьми. А те, кто это все придумал и организовал, конченые мрази. Что я могу еще сказать?
Ой-ой-ой-ой-ой. Дебильная игра для тупых дебилов, которую придумали дебилы. Да. В принципе, это верное описание. Он же разбился, да? Че, не разбился, что ли? Че, жив там до сих пор? Как он выжил-то после такого падения? Почему-то со спины урон меньше, чем когда я их бью по роже. Возможно, в этом виноват Си Рожа. Вот и я, честно говоря, тоже задумался, как можно поменять отношение к тому, что как бы целенаправленно пытается... Фликерин, я тебе скажу по поводу Dark Nelore компании и Артура следующее. Я ему неоднократно кидал приглашение, он игнорирует. Я не знаю, как с ним связаться. Я хотел попробовать через ребят, но там тоже невозможно. Поэтому я ничего не знаю. Да, блин. Уродское место такое. На данный момент вообще все адекватные люди, которых я хотел пригласить, они кончились. Есть еще два человека, но они со временем никак не могут определиться. Какие противные гномы. Вот честное слово, я удивлен. Убери, убери, убери. Ой, господи. Тихо, мать твою. Тут уже об этикете речь не идет. Тут чувак просто вторгается, чтобы, не знаю, попытаться что-то как-то испортить мне. Только у него это как-то хреново получается. Он вторгся, когда уже гномов здесь не было, и все, и огреб, как обычно. Короче, скажу по поводу Dark Nelore компания. Кого у меня получилось пригласить? У меня были в гостях Джек Шепард, Кристина, которая Тина Seven Thieves, был этот самый... Кирилл Варпач,
который, с которым мы одновременно начинали, а он, ого-гошеньки, как убежал. Уже канал Миллионник. А, у меня был Шамов Дмитрий. И у меня был Паша Киноман Помидорка за решеткой. Вот, я еще также приглашал Карна и Артема Art Games. Вот они как бы и не против, но и как бы не могут точно время назвать. Так что такое вот дело. Так, ложки-поварёшки, сейчас у нас битва с боссом. Потерявшийся Глинкур, мне нужна твоя помощь, ты как бы понимаешь, да? Вот это что-то новенькое. Тихо. Ненавижу количественных боссов. Особенно, когда эти боссы делают вот так, а твою мать! Нет. Лечись срочно. Лечиться надо вовремя. Пока еще есть что лечить. Вот такой вот босс. Душа горгульи из башни. Душа гордого рыцаря. Южное ритуальное кольцо. Туда не надо. Так. Сейчас, короче, нужно одну вещь сделать. Во-первых, отдохнуть. А во-вторых, пойти дальше. Так. Thank you.
Да блин, ударь. Что это было сейчас? Так, вторгшийся противник изгнан. Грешный Воргел. Зуб дракона здесь лежал. Оружие Хейвела. Оружие Хавела скалы. Не-не-не, слезь. Фальшион чары. Ох уж это чара. Такс. Ну, предположительно, нам здесь больше делать нечего. Если я правильно понял, тут, по-моему, больше некуда идти. Так что отправляемся в Маджулу. Ну там было написано фальшион чары. Такс, ага. Вот так вот. Прокачали силу до 40. Так, ну и куда мы теперь с вами? Сюда. Ой. Может, мне не сюда пока что надо? Тому... Да нет, вроде бы сюда. Все верно, должно быть. Ключ от подземелий. Самоцвет жизни. Вообще, кстати, надо бы... Тут разобраться, у меня тут самоцветов до хрена, я что-то как-то так себе ими пользуюсь. Так. Не надо взрываться, это бескультурия. У кого как, у кого какие часовые пояса. Меня вот это прикалывает. Это была просто самая бессмысленная дверь, какая здесь могла быть. У меня вот, например, 4 вечера. Ёпарсите. Быстрее, Стуса, хрепни. Долбаные камикадзе.
не успел, встань. Порох. Хотели, чтобы я купился на это? Хрен там. В Москве сейчас... А чё она взорвалась-то? Там чё, искра была какая-то или что? В Москве сейчас 15:20 должно быть. Наджи, я угадал. По поводу призрачной стены. Зеленый цветок. Да, кстати, ребята, интерактив-то у нас работает. Это я на всякий случай напоминаю. Блин. О, нет. Че? Это чё сейчас был такое? Чё? Нормалюсикус. А, блин, точно, тут же... Во, я что-то забыл. Здесь же, да, здесь должна стена вот как раз вот это была быть. Только мне бы души мои сначала вернуть. Красивый череп мне позже пригодится. Фимиам скептика. Так. Уголь вражды. Как хорошо, что я его нашел, мне его не придется покупать. Оп. Понаделают вот таких вот местечек. Увядшая закатная трава. Уй. Ты еще что за кровавый ворон Кейнхёрста? Костяной посох. Парирующий кинжал.
Парный клинок. И куда эта дверь меня приведет? Опа. Угу. Мне там, правда, еще по крышам надо побегать. Какие вопросы я пропустить мог? У меня тут очень напряженные баталии. Так, сет странника. А чё про камеру? У меня уже убежало просто. Так, секундочку. А если я сюда пойду? О, использован старинный ключ. Будешь ли ты сбор на камеру делать? Ну, не знаю. А сильно надо? Вроде бы и эта камера пока вполне себе нормально справляется. Камеру было бы хорошо ручную иметь, чтобы какие-то влоги записывать, да и снимать всякое в более хорошем качестве. Это, конечно, да, было бы интересно, но... Пока что как-то не думаю об этом. С Азариона снова привет. Сбор на камеру для блогов? Ну, пока не знаю, пока не знаю. Так-то я себя снимаю сейчас при помощи MacBook'а, но, понятное дело, было бы, конечно, классно снимать в 60 кадрах. В Full HD. Ну, пока даже как-то не знаю. Нам бы на микрофонную стойку собрать, чтобы у меня микрофон стоял так, как полагается, а не как сейчас. Так, блин, где подъем-то? Я что-то запутался. Подъем должен быть вон там. То сейчас он в основном у меня лежит на столе, а он лежать не должен, он вообще должен быть рядом с лицом. Так что вот, поэтому пока сбор идет на микрофонную стойку. Да и вообще полезная штука, учитывая, чем я занимаюсь. На стул еще не начали собирать, это да. Не понял. Это чей статуя?
Ладно, поехали наверх. Немного я рановато сюда прибежал, на самом деле. Ну да ладно. Такс. Ключ от подземелий, замечательно. Опа. Окаменевшая кость дракона. Это хорошо. Это, ребят, это хорошо. Я там еще место одно пропустил, надо будет туда сходить. Самоцвет жизни. Тут еще, блин, надо отплатить PlayStation Plus подписку на год. Но я, скорее всего, это сделаю с денег, которые я получу с партнерки. Ну а там, скорее всего, все деньги-то с партнерки-то сразу и уйдут. Я там, по-моему, 300 где-то получу. Примерно столько же и стоит как раз-таки подписка. Да, вот здесь вот у нас крыши, здесь стоит побегать. А, я понял. Я понял, что это за место. Вот так вот. Это я внизу уже все зачистил. Большая душа, душа солдата. Не зала с возвращением. Ха. Понятно. Получается, что я тут уже все сделал, я все собрал, всех убил. Да, получается, что так. Винот, смотря про какую иллюзорную стену ты говоришь, я вроде бы их все пооткрывал. Про какую конкретно ты говоришь? Их тут до хрена. Боже, как же в Scholar of the First Sin, где еще преследователь появляется? Да, уже были там. Уже и гаргулий победили. Ох, как же я рад тебя видеть, костер. Так, здесь все понятно. Что ничего не понятно. Ну то, что здесь нифига нет. Так. Большая душа мертвеца. К
Красиво здесь. Море такое. Боялся, что улечу. Ну, мне гарнитуру как-то не вариант. У меня студийный микрофон, а вот проблема в том, что он далековато находится. Ну, я понял про гарнитурку. Но там качество будет голоса не такое. Так. Во-первых, во-вторых. Так, а вот теперь мы должны позвать Лукати Элизмеры снова на помощь. Это будет продвижение по боям вместе с ней. Вот сейчас главное, чтобы Локотиэль по дороге не померла. Вот. К нам приперлось Чудо-Юдо. Чудо-Юдо-Рыбакит. Причем такое ощущение, что у него по КП примерно столько же, сколько и было у того, который был на корабле. Все, Лукотиэль, по-моему, с ним справилась. Это хорошо. Треугольный щит с цветком. Как он, блин, не научится. Лукотиэль, иди сюда. Блин. Фак. Это можно расценивать на то, что Лукотиэль меня толкнула? Варенье, он уже сегодня несколько раз вторгался. Мне кажется, это точно кто-то из зрителей просто снайпит видео. Поехали, поехали, быстрее, 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 быстрее. Тум, давай, приходи ко мне на помощь, Лукотиэль. Будем обниматься. Давай. Давай, я уже готов. Давай, обними меня. Давай. Давай.
Ну чё ты? Чё ты? Чё ты делаешь? Чё ты? Ну что с тобой не так? Ну ладно, пошли. Интересно, он же не воскрес здесь. А мать твою! Воскрес! Вот, блин. Сейчас тупо получилось. Я тебе сейчас, знаешь, как заеду по уху. Вот и все. Не заеди, сатана. На-на-на-на-на-на. Жопская жопенька. Ну, в очередь, бобры. Какие вот делища. Пожалуй, этот лифт стоит отправлять наверх все время. Кто-то полетел, мне кажется. Вот давай без этого, без вот этого вот. Лукатель, давай, приди ко мне на помощь. Скорбогатов, привет, да, нормально. Вот тут в Dark Souls отдыхаем. Лукатель. Спасакайся, спасакайся. Ты что, охренел, что ли? Давай иди сюда. Я с тобой воевать собрался. Да твою мать, как у меня достал-то на таком расстоянии. Что за бредуметр? Вы что творите-то, а? Смотри-ка и про... Так, а чё здесь люди дохли? Ну, окей. Понятно. Там из-за резкого обрыва, походу. Но... В таком случае я туда не пойду, что я там забыл-то? Я что, совсем дурак, что ли? Я что, совсем ортопедик? Так. Не надо. Я тебя сейчас наваляю, ты знаешь?
Будь уверен, о, Господи, твое золото пойдет на благие дела. Я ж напугался. На процветание и развитие канала. Фрог, 100 рублей, спасибо за донат, спасибо за поддержку стрима. Вот черт, там, по-моему, Лукатиэль кого-то сагрила. Оба. Большое спасибо. Это же какой-то... Ну, тут как бы можно залезть, но как бы нам это сейчас не надо. Поэтому пошли дальше. Еще вот здесь надо все поизучать. Наемника Луэта призвать на помощь. А, слушайте, я помню наемника Луэта. Он нам помогал при битве с последним гигантом. О, вот это мощное чудовище вообще. Да, чувак, да, чувак. Да, да, детка, да. Давай, пятюню. Так, ну погнали дальше. Я от Киви минут 20 пароль вспоминал. Бывает. А ну-ка, разойдитесь, пожалуйста. Так, здесь, короче, аккуратно надо быть. Нет, это уже не смешно. Наемник Луэт, убей его. Блин, зараза. Хитрит он чё-то. Да уже все должны привыкнуть, что это вторгается один и тот же чувак. Есть подозрение, что... Что это просто стрим-снайпер. Вот Лукатиэль молодец. Лукатиэль! Столкнешь меня сейчас. Не трогай Лукатиэль, подонок! Будет он еще тут мне зубы заговаривать. У чувака какая-то прям это навязчивая идея ко мне вторгаться. Гладкая, шелковистая. Так, Луэт, Луэт, Луэт. Отойди, Луэт. Фанатизм — страшная вещь. Зато как ему Лукатиэль-то наваляло, а? Так, лучистый самоцвет жизни. Так, ну чё, дамы и господа, у нас первый серьезный босс. Это забытая грешница. Она настолько забытая, что настолько и настолько грешница, что-то просто... Та самая хрень, которая к ней в глаз заползла, которая была в этом.
в ложе хаоса. Во первом Dark Souls. Так. Так, господа фантомы, мне нужен ваш... Мне нужна ваша помощь. Она не женщина. Она грешная. Она много грешила. И моя магия будет ее наказывать. Так, главное там следить за здоровьем Лукатиэль. Какие советы дам начинающему стримеру? Любить свое дело. И получать от стриминга кайф. Чё-то изи. Потому что я волшебник. Я же сказал, что я буду магию волшебничать. Вот и все. Авторские права за этой фразой за Дарьей Нуки Ставрович. Это так слово. Быстро наказали грешницу за грехи. Ага. Так. Ароматная ветвь былого и гриб Элизабет. Открыто достижение костер грешницы. Мы выбили седьмой трофей. Мы выбили с вами седьмой трофей. Так, слушайте, я вот что пытаюсь вспомнить. А я в Маджуле дверь в хижину открывал. В дом, я имею в виду. Я что-то не могу вспомнить. Такое ощущение, что нет. Так. Ой. Это больше, чем удавалось кому-либо из нежити. Сейчас проверим, подбегу, посмотрю. Сила 45. Здоровье 14. Опять не хватает, да чё такое? Тот чувак, блин, бегал, который гайд составлял, он намного больше бегал по локациям. Да, открывал. Хочу посмотреть, что внизу там. Там же должны огоньки на карте загораться. Хочу вот это глянуть. Вроде папирусов убивали уже. Ну да. Костры появляются... Я не знаю, кто ты, и с тобой я пока говорить не буду. А то мало ли на что это повлияет. А то что-то как-то больно очково. Так, сколько мне нужно, чтобы увеличить здоровье до 14, вот я теперь думаю. Он ключ нам дал, говорить можно, но пока не буду, попозже, если понадобится туда приходить. Сколько мне нужно душ для прокачки? Да, что-то у меня количество душ меньше, чем предполагалось. Я, короче, к преследователю пойду. Пора бы нам к преследователю отправляться. Так, где он у нас? Господи. Главная башня, вроде бы. Да, главная башня, нам туда. Потом здоровье прокачаю до 14. А после того, как зажгутся 9 огоньков, он нам свой сет отдаст. Понял. Буду знать.
Честно говоря, что-то я очкую. Очкую я воевать с преследователем. Всегда боялся этого босса. Я пытаюсь вспомнить, я ничего в забытой башне не забыл же. Но вроде там уже некуда было идти, как мне кажется. Тихо, тихо. Так-с, ну вот. Все взяли. Ой, блин. Ну, надеюсь, сейчас все получится. Поехали. Босс в некоторой степени страшноватый. И фишка в том, что драться с ним, ну, по-любому в одиночке придется. Такой тяжеляк, а летает. Чё ты не прыгнул, дебил? В кувырок надо бы... Я жму, чтоб он в кувырок ушел, он там застрял. Я его убивал уже с баллисты, но я не уверен, что у меня щит соответствующий сейчас будет. Я не уверен, что у меня здесь хорошее окно парирования. Я же могу им хотя бы парировать? Ну, могу вроде бы, по идее. Ой. Да чё делаешь, твою мать? Ну всё, каю к катапульте. Ставь щитовозку. Щит ставь. Япона, мать. Ты страшный парень. Я тебе точно говорю, ты конченый, знаешь? Восстанавливаем стамину полностью. Ой.
Блин. Изи. Вообще, изи. Вот прям не отвяжись. Вот вообще. Пошли отсюда! Вы чё, придурки? Не надо меня убивать! Не надо! Зараза, уроды страшные! Ты чё, тебе надо? Чё ты, блин? Убил такого босса, и сейчас какие-то мобы нападают. Ну дожили вообще, никакого уважения. Так, здесь у нас, короче, имеется сет дранглика, надо его забрать. У нас здесь полный сет. Не надо меня убивать, черепашка. Не надо. Правильно, иди домой. Все правильно делаешь. Ну вот. Самое интересное, что мы сейчас опять отправляемся туда же. Мы снова отправляемся в забытую крепость. Две человеческих фигурки. Тусклый уголь. Ага. Я что-то упустил, ребят. Я все-таки что-то упустил. Я сейчас вспоминаю, что здесь одно место должно быть, в которое я не бегал. Его надо обязательно проверить. Собакины. Не надо, не надо, не надо меня убивать. Вот не надо вот этого, твою мать. Опа. Еще ты сюда пришел? Ой, парасите! Это же были бочки с порохом. Блин, в какой я, оказывается, был опасности? Я об этом даже не догадывался. Кто? Чё? Не понял? Ой, да слезь ты уже.
Я точно где-то что-то пропустил. Вот сто пудов. Здесь есть одно место, где, по идее, можно бегать по ответственной стене. Вот куда-то туда надо попасть. Один хп. А ну-ка, цыц со своим хп. Чё-то я где-то не добрал. Не, ну в Маджулу надо сгонять хотя бы только для того, чтобы прокачать жизни до 14, как у меня было сегодня распланировано. Но чё-то я пока не совсем понял. Я точно чё-то в башне пропустил. Ну вот, как раз ровненько так. Там, где были две иллюзорные стены, одна за другой, там еще преследователь был. Но... короче, ща посмотрим. По идее, это вот это место. Там перепрыгнуть нужно просто. Так, смотри. Преследователь был здесь. Сейчас он уйдет. Но это у нас башня Луны. Там, где гномы. Я так понимаю, что мне не сюда. Где может быть еще иллюзорная стена? Там прям рядышком две иллюзорные стены были. Короче, куда идти, подсказывай. Я что-то... я не знаю, куда, где это сейчас будет место. Далеко отсюда, что ли? Ну вот как раз я в месте, где куча взрывных ребят. Где-то в этой местности. Да, Эдра, снова привет.
Да нет, не Стрейда, я ищу здесь проход в одно место. Тут, короче, где-то иллюзорные стены должны быть. Вот там, где я бегаю. Стрейд мне не нужен. Я его пока оживлять не собираюсь. Одна дверь вела наружу. Это не здесь. Блин, да где ж это? Вот тут в коридоре на втором этаже под Стрейдом иллюзорные стены, две штуки. Под Стрейдом. В коридоре вроде, но я не уверен. Так, стоп. Вот было две стены. Ёперный театр. Главное, я открывал проход, а дальше не пошел. Пускай уходит, я не хочу с ним драться, он страшный. Все, нашли, блин, наконец-то это дебильное место. С катертью дорога. Широкое кольцо связи. Тут что такое? Угу. Ой, чё-то боюсь я. Ой, чё-то боюсь я тут прыгать. Ну ладно, зря боялся-то. Так, а вот теперь вот нам аккуратно нужно здесь вот пройти. Но я пока к Стрейду не пойду. Я пока руководствуюсь руководством, как бы это странно ни звучало, и там пока ничего из этого не делалось. Вот. Потом, если сделаю, если понадобится, то... Это не вопрос. Сделаем. Ну вот, это уже... Это я уж теперь точно все собрал, что только можно было. Так, момент. Ну да, я и душ как раз понабрал. Нужное количество. Так. Ну да. Я бы тогда бы и прокачался. Вот, логично. Огонь, огонь. Я чувствую на тебе огонь. Я кузнец Макдаф. Все, что мне нужно, лишь немного огня. Так, дай мне этот уголь. Живее, недоумок. Ты че это обзываешься? Кто так обзывается, тот сам так называется. Вот, ладно, на тебе уголь.
Ага, какой чудесный уголь. У тебя есть камни, к гадалке не ходи. Дай мне камни, и я усилю твое снаряжение. Огонь, милый огонь. Я дал тебе все, что мог, а ты лишь дрожишь и колеблешься. Уже на заре времен огонь позволял человечеству процветать. Даже сегодня он изобретает новые пламенные направления в искусстве. Но разум заставляет его сомневаться в огне. И вот мы дрожим и колеблемся. Сила огня, сила богов. В конце концов, нам ничего из этого не понять. Что ж, огонь пленяет нас, и мы пытаемся подчинить себе его силу. Огонь. Милый огонь. Огонь, милый огонь. Все, повторяется. Сгинь. Ну и пошел ты. И отправляемся в Маджулу с вами. После всего произошедшего... Вот. Вот, ребят, ну чё, присядем? Мы как раз в облике... Нет, мы в облике Полова. Я хочу быть человеком. Баранкин, будь человеком. И в первый раз уже вижу вот эту моль. Ну вот, все, ребят. На сегодня, я думаю, мы можем вообще закончить с трансляциями. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch канал. А также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока.